Людмила Паргина рассказала, что Марк Варшавер, директор театра «Линком», лишил дочь Захарова всех ролей в столичном театре. По мнению вдовы Караченцева, в «Линкоме» сейчас недостаточно хороших постановок и талантливых актеров. Паргина отметила, что проблема театра заключается в том, что нет энергичных и активных артистов, способных создавать яркие образы. Если раньше «Линком» был лидером в столице, то сейчас все изменилось. Публика изменилась, и нет ни одной постановки, которая бы впечатлила актрису. И Маша Миронова ушла, и я ушла. Потому что стыдно стоять на сцене и говорить с актерами, которые не могут подняться до уровня, отметила вдова Караченцева. По информации, представленной Паргиной, дочь Захарова по-прежнему остается в труппе театра «Линком», однако ее участие на сцене практически прекратилось. Она охарактеризовала такое отношение к актрисе как насмешку со стороны Марка Варшавера. «Как она еще выдерживает, бедная? Я ее поддерживала всегда, пока служила в театре», — заключила артистка. Людмила Паргина, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает активно трудиться и не планирует завершать свою карьеру. Она служила в театре «Линком» с 1973 года, однако в последние годы столкнулась с конфликтом с руководством, которое перестало предоставлять ей главные роли в постановках. Вдова Николая Караченцева была больше задействована в массовых сценах, что вызывало у нее ощущение обиды и несправедливости.